Всех приветствую, с вами Android Androidыч. Сегодня играем в игру, на которую я уже делал обзор, а как отдельный обзор, так и топ-3. И судя по просмотрам, вам игра понравилась, поэтому я делаю дополнительно еще летсплей по этой игрушке. Давайте посмотрим саму игру уже в формате летсплея. Нажимаем New Game и давайте разберемся в самой игре более подробно. Ну, как вы знаете по моим обзорам, она представляет себя симулятор выживания, в котором мы будем находиться на плоту. Вот плот, плавают различные вещи, которые мы с вами собираем и создаем другие вещи. И плавает эта вот гадкая акула. Мы, кстати, можем на плоту на данном не только находиться, но можем выпрыгнуть из него вот таким образом. В обзоре этого не сказал. И можем, в принципе, плавать. Я маленько не помню, для чего это нужно. Вот. И также мы можем с вами прыгать. Вот таким вот образом. То есть мы... Даже нет воды, непонятно, от плота. Наверное, как я понимаю, от плота. Окей. Так, что у нас имеется? У нас имеются ресурсы. Даже не ресурсы, у нас есть специальная сумка, в которой есть различные полезные штуки. Еще сразу такую вещь скажу. Есть похожая игра на ПК. Но ясно, что там графика покруче. Это, как получается, ее практически полная копия. Поэтому... Советую всем с данной игрой ознакомиться. Так, давайте перейдем, что мы можем тут делать, что мы можем смотреть. Кстати, смотрите, вот у меня, видите, жизни мои кончаются, голод и надо попить водички. Заходим в инвентарь. Так, у нас имеются различные вещи, да, которые мы можем использовать. То есть мы можем создать, ну, хук у нас есть, да, позволяющий вытягивать различные вещи. Дальше, молоток для строительства плота. Эта штука... Что-то разрубать. Да, разрубать различные вещи, чтобы получать ресурсы. Спера, как я понимаю, это копье нужно для защиты нас от этой дурацкой акулы. И удочка, которая позволяет нам ловить рыбу. Что-то у нас еще имеется. Так, мы можем создать сундук, который позволит нам хранить различные вещи. Потом специальная приготовленная штучка. Приготовленная штучка. Штука для приготовления еды. Дальше для... Что это такое? Ну, специальное приспособление, я тут на английском маленько не знаю, которое позволяет вам, как я понимаю, очищать воду, и тем самым вы можете пить эту воду. Потом можем сделать специальную такую штуку, которая позволяет нам взращивать растения. Дальше что-то у нас имеется в виду. Так, здесь мы можем... Ну, тут непонятно. Растения можем... А здесь... Дерево, что ли. И имеется сеть. То есть мы можем эту сеть скрафтить и закинуть сеть и ловить на ней с помощью нее различную рыбу. Окей, дальше идем. Что-то у нас имеется. Так, это я рассказывал. Так, ну, с помощью ресурсов вот этой травы, да, которая у нас имеется, мы можем создать веревку. И это у нас получается штука, которая позволяет нам в воду, допустим, нажимаем крафт, а у нас есть, а мы должны, у нас сейчас ресурс полный, не то что полный, короче, инвентарь у нас заполнен, поэтому мы не можем что-то создать. Если мы что-то выкидываем, видите, у нас в форме бочек это выпадает. Так, у нас места особого места освободилось, нажимаем крафт, все, у нас появилась вот эта вот емкость, нажимаем на нее, как вообще можем использовать различные вещи, нажимаем, и у нас появляется вот эта кружка, подходим. А, вот эту кнопку нажимаем. А, вот эту кнопку нажимаем. И у нас... Что тут? Блин, ну... Короче, вот таким образом мы можем с вами воду наполнять. Я маленько не понял. Да, вот таким вот образом. Все, мы наполнили воду. Так, а что тут? А как пить, я маленько не разобрался. Окей. Так, мы разобрались с основными менюшками игры. Нет, выходить мы не будем. А как видите, мы постепенно все тратим. Нам что-то надо делать. Ну, тут несколько вариантов. Но я хочу вначале... Попробуем. А, круг-то у меня есть, зачем я его создал, дурачок. Вот так подходим, нажимаем кнопку, отпускаем. И вот эти вот, эти всякие ресурсы захватываем. Ну, ой, акула, вот смотрите, вот акула так нас нападать будет. И постепенно разрушает нас плод. И постепенно мы так можем помереть. Вот это же злобная акула. Мы, кстати, можем... Нет, ну у нас нет оружия, к сожалению, которое позволит... Копье, да? Отогнать эту акулу, что-то я пока не буду делать. Пусть пожрет этот голодный, чтобы ты подавился этой моим плотом. Сейчас мы заново восстановим этот плот.
Для этого мы крафтим молоток. Вот видите, какой маленький плод. Два раза, одну часть, короче, плота нам, у нас разрушили. Нажимаем на молоточек и можем выбирать и строить. Для этого тоже нажимаем на него. Тут различные, можем пол построить, окошко, стену, восстановить. А подождите, это восстановить, что такое восстановить? Непонятно. Давайте попробуем построить, блин. Попробуем построить. Вот так мы можем, кстати, двигать наш этот. Так, как это строить-то? Что-то я туплю. Подождите, товарищи. Совсем что-то я же отступлю. Уж меня извините, ладно. Я что-то не понимаю, что происходит. Или я такой дурак? Не знаю, наверное, я дурак. Дурак я, наверное. Ну-ка. И что у нас кидается? Кидается. Кидаем, ну-ка. Берем. Ну, это понятно. Почему я могу создать? Да, блин. Видите, до конца надо. Обязательно. А вот может вот так вот? Нет. Блин. Во. Нажимать надо, короче, вот на этот кругляшок. Окей, подходим. Давайте сейчас поставим. Только она не всегда бывает. Определенно вроде это надо делать. То есть, что там нажать-то надо? А, вот. Все, понял. Тут есть разные эти виды. Это пол есть и что-то там еще. А когда будет зеленым цветом, тогда мы сможем что-то построить. Ну, почему-то иногда не срабатывает. Я не знаю, с чем это связано. Во, видите? Можем вращать, кстати, но мы не будем вращать. Все, мы построили. Вот так мы можем обустраивать наш плод. Но почему-то все равно не... Во, вот. Как-то непонятно действует, потому что... В принципе, мы строим, но бывает, что-то я нажимаю, и мне как-то он не сприк... Во. Ага, надо наклонять, все понятно. Я сначала не понял. Пока я тут строю, блин, я сейчас умру с голоду, поэтому попробую сейчас, наверное, если успею, что-нибудь построить, покушать что-нибудь. Блин, понятно, тут тяжело. Ладно, построили, видите, какой большой плод. Так, нам срочно надо как-то выпить воду. Я маленько не понял, как это делать. Честно, не понял, вот хоть тресни. Давайте попробуем создать вот эту фигню. Вот мы создаем с вами, подходим, да, нажимаем на инвентарь. И что он делает? О, а, это, короче, штука, можем ставить в любом месте. Ага, вот таким вот образом. Так, вот почему тут нажимаю, у меня почему-то текст не появляется. Не знаю, может просто на моем устройстве не так отображается. Блин, как бы мне выпить водички, я не знаю. Водички не как выпить. Вот вода у меня есть, а как-то мы должны использовать. Вот можем поставить сеть. Вот мы сеть скрафтили. Она у нас имеется. Бочки, как видите, проходят сквозь плод. Ну, бывает. Вот, мы можем поставить сеть, но тоже непонятно. Во. И потом у нас будут постепенно появляться тут различные ребёшки, которые мы можем использовать. Так. Вода, как же тебя использовать? Я вот, честно, не понял. Сейчас я чувствую, постепенно помру. Так, как же нам использовать? Использовать, что-то мы еще можем построить. Так, вот мы вот, допустим, для приготовления еды можем сделать. Ну, я тоже пока не разобрался, как мне... А давайте попробовать поймаем рыбу. Да, давайте, вот у нас есть это... Давайте быстренько. Смотрите, вот вода-то есть, а как ее вот использовать? А, подожди-ка, я все понял. Все, я умер. Да мне только сейчас дошло. Ведь воду, которую я вытаскиваю из океана, я же не могу ее пить. Для этого у нас специальное устройство есть, которое помогает очищать воду. Все, я разобрался. Поэтому, так, давайте быстренько создадим молоток. Да. Да, на молоток создадим быстренько. А так у меня он есть. Бочки можем, кстати, вот оттолкать. Нажимаем молоточек. Строим. Так, давайте быстренько построим. Так. Точно, вот какой смысл. И рыбу, получается, которую мы будем ловить, тоже мы можем также, в принципе, использовать. Так, мы можем не только, конечно, так строить. Так, что у меня скончилось? Да, у нас кончились деревяшки. Различные. И чтобы у меня можно было что-то построить, нужно этот ресурс собрать. Мы можем, кстати, строить вот так вот. Смотрите, вот окошко у нас есть.
Вот, мы можем поставить окошко. Но тоже как-то непонятно, надо как-то... Во, все понятно, я просто ступил. Так, окошко, можем даже лестницы различные строить. Так, у нас имеется... Так, это что у нас такое имеется? Давайте вначале... Вода. Вот как ее можно использовать? О, бочка ушла. Понятно. Давайте поймаем рыбу. Поймаем рыбу, давайте. Блин. А для этого мне нужны деревяшки. Вот, понимаете, надо сейчас эти деревяшки... Где деревяшки? Деревяшки. А, это не деревяшка. Я спутал со своей этой. Так, деревяшки, вы где? Вот деревяшки. Деревяшки. Так, почему меня не вылазит? Понятно, я вроде... О, появился. Да чтоб ты... Да. Сам туплю. Деревяшки, не уплывайте, пожалуйста. Я, кстати, вроде могу эти деревяшки... Я не знаю, могу ли я вот так у деревяшки подплывать. Ну, подплывать могу. О, хлеб. А что такое? Смотрите, я взял какой-то хлеб. Так, что, запрыгни. Что такое? Хлеб, что ли? Ну-ка. Поел, что ли он? Я так и не понял, куда хлеб взял. Давайте попробуем поймать рыбу. Вот у нас есть удочка. Нет, вот она. Удочка есть, нет? Нет, нам нужно поймать... Что-то туплю я. Деревяшечки поймать надо. Только непонятно, почему у меня исчезла она. Была же она тут. А, понятно. То есть я должен какое-то действие сделать для того, чтобы... Так, деревяшки. Вот деревяшка. Давайте удочку сделаем. И давайте подальше прыгаем. Прыгаем. Ничего мы не прыгаем. Так, удочка. Вот, можем создать. Все, удочку мы создаем, а теперь давайте поймаем рыбу. Ловится очень просто. Нажимаем. А, вот оно у меня в инвентаре. Нажимаем. Ты что ты от меня хочешь, а? Что не переключается? О, удочка. Наконец-то я удочку взял. Такие подходим, такие тык-тык-тык-тык. И кидаем поплавок, леску. Ну, короче, вы поняли. И ждем. Через какое-то время начнет клевать, и мы сможем вытащить эту рыбешку. Все, рыбешку у нас есть. Теперь, как я понимаю, мы можем ее приготовить. Для этого мы... Он ее съел, что ли? Не, серьезно, он ее съел, что ли? Вот дурак. А давайте еще раз поймаем. Вот это что плавает? Это вообще не понятно, что плавает. Так. Давай, клюй, давайте. Хочу приготовить ее. Ну, а как мне эту рыбу приготовить? Я маленько так и не разобрался с этим. Подходим мы. Вот почему-то нажимаю, текст не работает. Не знаю почему. Короче, этот придурок ее ест. Сырую ест. Вы представляете? Ты... Сейчас я эту дуру... Блин, скажи спасибо, тупая акула, что у меня нету копья. Сейчас я бы тебе показал кузькину мать. Жрет мой плод. Да блин! Вот прикол, смотрите. На чем держится, вообще непонятно. Так. У нас есть растение, которое мы можем, в принципе, с вами... Так. Где-то у нас растение-то? Вот. Но не хватает деревяшек. Не хватает деревяшек. Надо крафтить. Не могу никак привыкнуть к этой... Так, вот две деревяшки собрал. Тупой акула. Сожрать меня захотел, да? Так, вроде накопил деревяшки, да? Посмотрим. Вот. Так, крафтим. А что, не крафтится? Или что такое? Не понимаю, почему это крафтится. Вот. Вот здесь, короче, получается, мы еду будем готовить. Подожди-ка. Или я уже поставил? Я, наверное, уже поставил ее, дурачок. Проверим. Точно такая же. Будет у меня два этих для приготовки воды. Так, что мы там еще не делали? Давайте что-нибудь построим. А что построить? Тут надо, блин, это. Так, что у нас тут? Ставим, давайте эту деревяшку. Хочу построить какую-нибудь эту лестницу построить, показать вам. Так, бочка. Только вот не понятно. О, смотрите, сколько бочек. Давайте их заберем себе. Может, что-нибудь там... Я все выкинул, а сейчас мне может понадобиться это.
Так. Так, это металл забрал. Только непонятно, как вот эту рыбу собирать. Вот что и как ее? Что надо делать? Если вы как-то лучше меня разобрались в этой игре, напишите мне в комментариях, что я не так делал. Может, я что-то туплю. Так. Давайте что-нибудь поделаем. Давайте поделаем. Вот, кстати, покажу, как топор. Топор. Блин, тут надо опять деревяшки искать. Деревяшечки. А как у нас рубит этот топор? Вот смотрите. Что он вообще делает? Так, а что мне не... А, 4 надо еще. Блин, все время туплю. Так. Давайте кидаем. Акула куда-то убежала. Вот, смотрите. Акс. Так, сделали. И теперь, смотрите, нажимаем на нее. На нее, блин. На него. Нажимаем и вот... Да, блин. Непонятно, почему это не переключается. Почему? Может, какие-то действия не такие делаю? Я не понимаю. О. Ну, переключайся. Почему не переключайся? Давайте выкинем его. О, все. Не знаю, почему его не появляется. Может, глюки игры, не знаю. То есть не могу выбрать, в принципе. Давайте выйдем из игры и. Так. Продолжим. Так, берем. Так. Ну, отстань от меня. Уберись, уберись. О, появился. Так, вот давайте подходим к какой-нибудь штуке, допустим, и начинаем ее рубить. На. Все. Разрубили. То есть мы... Вот, конечно, прикольно, что... А можно отрубить? Ага, то есть мы можем, в принципе, любой ресурс, который мы с вами создали, мы можем его срубать. И получается, мы что-то за это зарабатываем, что-то получаем. Окей, понятно. А рыбешку так я, получается, не получил. Так, что-то еще мы можем сделать. Сеть мы сделали. А, давайте сундучок садим. Блин, деревяшки нужны. Деревяшки. Деревяшки. Где вы, деревяшки? Блин. Попробуем деревяшек поймать побольше. Взяли. Так. Непонятно, а вот деревяшка там. Да, блин, не долетела. Не долетела. Мать ее за ногу. А сейчас. Да, блин, не долетает. Но я вроде могу так собирать. Ну-ка, попробуем давать. Я вроде так могу собирать. Ну-ка. Плывем. Могу взять? Да, могу так собирать, в принципе. Но мне кажется, у меня это что-то тратится. Когда я так плаваю, силы может, потому что, ну, все-таки пример какой-то. А, вот, у меня жизнь тратится. Жизнь тратится. Я чувствую, сдохну. Я чувствую, сдохну, все, не доеду. Нет. О, мы можем даже в воде, представляете? Можем даже в воде. Все, я помер и new game. New game. Как назло, не new game. Так, а что хотел там сделать? Я хотел сделать... О, сундучок. Хранить то, что... Вот, давайте сундучок нажимаем. А, вот так. Да, блин, придурок я. Во, сундук. И можем хранить различные вещи. Так, зеленый цвет можем крутить, как нам удобнее. Подходит к сундучку, нажимаем и можем хранить всякие вещи. Потому что в инвентаре реально, видите, мало вещей умещается. А так вы собираете новые. А так можно много сундуков. Тут можно вообще построить двухэтажное здание. Кстати, давайте попробуем построю. Так, где у нас тут Хаммер? Так, Хаммер, давайте попробую лестницу построить. Так, давайте сначала построим. Так, стоять. Стройся ты, дурочка. Не будет не стыковка. Ну, короче, я туплю сам, надо просто наклонять маленько. Вот. Хватит мне. Теперь давайте построим лестницу. Так, а что? Вот лестницу. Нажимаем. Но лестница тоже не в каждых местах. В определенных местах она будет ставиться. Вот, видите, зеленым цветом появилась. А, блин. Дура. Тут надо просто практики больше. Я тут, ну, честно, не разбирался в игре так серьезно. Во, было же. Во.
залезли. Так, давайте теперь залезем на эту. Давайте. Вот так мы можем залезть и посмотреть. Что же там, дурацкая акула, чтоб ты сдохла. Так, что еще я вам не показывал? Что я вам еще не показывал? Так. Ну, в эту игру играть надо долго, понимаете? Долго. Понимаете? Чтобы в ней разобраться, чтобы какие-то вещи понять. Думаю, это уже вы должны сами попробовать сделать. Я вам основные моменты уже показал. Так, не могу крафтить, что ли? Копье, копье. Основные моменты я вам показал. Вы уже смотрите, скачивайте по ссылочке. Советую обязательно скачать данную игрушку. Она того стоит. И реально веселая игрулька. Ничего похожего на андроиде я не видел. Очень оригинально и интересно. И можно построить реально крутой плот, здоровый, двухэтажный. Но главное следить за тем, чтобы не запороться и не умереть. Ну, как вы видите, вы можете продолжать, даже если вы умираете, вы все-таки продолжаете. Давайте перечислю достоинства и недостатки данной игры. Достоинства. Приятная графика, очень интересный геймплей, оригинальный геймплей, много всяких вещей и многое другое. Минус. Единственный минус, то, что игра на английском языке. Потому что, ну, потому что на русском лучше бы, конечно, было удобнее. И непонятно, почему у меня объясняловка не работает. То есть я нажимаю вроде, да, там, у меня на что написано, что текст, у которого вспомогательный, который поможет мне. Может, я что-то не то нажимаю, вы мне напишите в комментариях. А так игра стоит того, чтобы в нее обязательно сыграли. Ну, думаю, на этом все. Короче, ссылочка будет под видео. А для вас старался Андроид Андроидыч. Всем пока.